И теперь по порядку. В Волгоградской области прошла акция «Чужой беды не бывает». Все желающие могли почтить память утонувших на прогулочном теплоходе «Булгария». Напомним, что трагедия произошла 10 июля в Куйбышевском водохранилище. На сегодняшний день в списке жертв катастрофы 114 фамилий. Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести. Из Дубовского района материал Натальи Стегнцевой. Говорят, когда на земле рождается человек, на небе загорается новая звезда. А когда человек умирает, его звезда гаснет. Свеча – это символ памяти. Зажигая свечи, мы заставляем гореть звезды тех людей, которых с нами нет. И пока они горят, мы помним, помним. Скорбим. Горящие свечи и белые бумажные кораблики. Символы акции «Чужой беды не бывает». Во время ее проведения практически любой житель области мог прийти к специально оборудованным местам памяти и выразить свою скорбь по погибшим на теплоходе «Булгария». Трагедия стала поводом еще раз задуматься о ценности человеческой жизни и необходимости следовать известным истинам. Призываю всех взглянуть на свое отношение к людям и к обществу. Люди, не будьте равнодушными, не будьте черствыми. Доброта, взаимопомощь – вот что нам нужно сегодняшнему. Сегодня. В этот вечер на одной из площадей города Дубовки собрались все неравнодушные катастрофе на Волге. Особенно много пришло молодежи в знак особой скорби по детям, не вернувшимся с речного круиза. Мы понимаем, то, что там такие же дети погибли, как и мы. Даже и не дети, и взрослые. То есть мы это все понимаем. Мы хотим показать все наши соболезнования, принести родителям, родственников этих детей и этих людей. Вот. И тоже показать, что мы, нам это не безразлично. В рамках акции каждый мог написать слова соболезнования родным погибших, которые затем будут собраны в специальную книгу. На 40-й день трагедии она будет передана представителю Республики Татарстан. Наталья Стегнцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба» из Дубовского района.